Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck You, друзья. И сегодня, в сегодняшнем видео, речь пойдет о таком проекте, который называется Helium. Пишите в комментариях, понравится ли вам такой формат. Как будто вы, как мой друг, сидите сбоку возле меня. И я вам рассказываю о этом проекте, да? Хорошо, меньше всякой разной ерунды. Погнали! Что такое Helium? Helium — это радиомайнинг. Есть у нас волны короткие, есть у нас волны длинные. На сегодняшний день Helium — это самая большая сеть long phi волн, да? То есть самая большая беспроводная сеть в мире, которая работает на long phi волнах. Что такое long phi? И для чего она нужна? На примере, допустим, компании Volvo вам объясню. У Volvo, в машинах Volvo стоят свои GPS-ы, у вас на балконе стоит майнер, машина Volvo возле вашего дома должна была, там, я не знаю, километр проехать за там, одну минуту, да, а проехала за полчаса, это значит, что пробка в этом месте. Эта информация передается по long phi волнам на сервер. Сервер передает всем Volvo в мире, что в этом участке пробка. Это так очень грубо, как говорится, так на хлопский разум, да, объяснение такое. Вот. Так, чтобы простой мужик понял, для чего нужны эти майнеры, что они делают и как бы... Какая функция этого всего? Сбор информации по длинным волнам. Что, друзья, поехали дальше. Майнеры. Какие есть майнеры? Сейчас этих фирм, которые выпускают майнеры, их просто огромное количество. Я не знаю. Вот, целый список, которые выпускают эти майнеры, но самый популярный — Bobcat. И мне приехал Bobcat, поэтому я записываю видео, потому что на своей шкуре уже какие-то эксперименты провел и уже могу что-то рассказывать вам, друзья. Вот. Почему я взял Bobcat? Потому что Bobcat — это самый такой беспроблемный майнер. Сразу идет антенна хорошая на 4 dBi. Вот. И он полностью, ты его установил один раз, он сам получает обновление по воздуху, обновляется там и все остальное. Вот, ты больше ничего не делаешь. Поставил через мобильный телефон, через Bluetooth, через приложение, настроил его, все, и только смотришь, как он собирает сливки. Этих на сайте Helium'а, Helium.com, официальный сайт, у них есть здесь все производители, которые производят Helium майнеры. Два производителя, Colchip Connect и Freedom Phi, производят майнеры, но это пока что будет работать, как я знаю, только в Америке, да, 5G сеть, хотят сделать самую большую наземную 5G сеть, децентрализированную. Проект очень, друзья, перспективный. На сегодняшний день, вот это все зелененькое, что вы сейчас видите на своих экранах, это все майнеры установленные, да, смотрите, Америка вся покрыта, Европа вся покрыта, даже в Африке здесь кто-то что-то уже начинает ставить, да, Украина начала покрываться, даже в России где-то что-то начало двигаться. Здесь вот смотрите, то есть уже весь мир участвует в этом проекте. Начинает как бы, не начинает, а участвует уже полтора года проекту. Вот. Не знаю, как на Binance, но на криптокоме, я на криптокоме смотрю графики, потому что удобнее, намного быстрее работает, чем Binance, криптоком. На криптокоме торгуется с 12.08.2021 года, да? Ну, я так думаю,
что это плюс-минус и есть старт продаж монеты Helium. Вот. Быстренько пробежимся по цене. Цена на сегодняшний день $15, почти 16 сейчас растет. Максимальная цена была 61 вроде с копейками. Короче, 60 планомерно падает. Почему? Потому что люди накупили майнеров, что-то выкопали, раньше копалось лучше. Люди насобирали, начинают и продают. Мало очень холдеров, люди хотят отбить свои инвестиции, да, деньги за майнер. Майнер стоит недешево, $600. Вот, и люди отбивают свои деньги, продавая монеты Helium. Поэтому, как мы видим, цена планомерно, но идет вниз. Но, друзья, она обязательно пойдет вверх. То есть мы видим V-формацию упала. Там, допустим, если взять там 27 и там $11 вниз, то вернется где-то к 20, к 25, 70% V-формация отрабатывает в обратную сторону 70%. Смотрите, здесь было около 55, упало до 25, назад вернулось до 43-45. То есть такие резкие падения потом также резко восстанавливаются. То есть если тут упало за 2 недели, то плюс-минус бычий тренд, он всегда быстрее, он всегда резче идет вверх, то есть там до $20-25 должна цена восстановиться. Поехали, друзья, дальше. Это вам показал. На сегодняшний день сеть насчитывает уже почти 785 тысяч этих майнеров, и она безупынно она растет, да. Вот, то есть несколько миллионов. И я считаю, друзья, что Helium рано или поздно переплюнет биткоин. Почему? Потому что биткоин становится майнить тяжелее, нужны дорогое оборудование. Просто эти асики сейчас там каких-то баснословных денег стоят и хавают куча киловатт электроэнергии. Это уже не актуально, это уже не в тренде. И понятно, что биткоин прародитель этого всего майнерства и криптовалют и всего остального. Его уже домайнят до конца, да. Но это, друзья, будущее, потому что Helium майнер хавает там 10 или 15 ватт, я уже не помню точно, но какие-то сущие копейки там какие-то, ну, пускай 20 ватт хавает. Но это вообще ничего по сравнению с киловаттами, которые хавают ASIC майнеры. Надо проводить какие-то там непонятные линии на десятки киловатт, чтобы запустить несколько ASIC майнеров, да. Плюс геморрой с перегревами, надо или иммерсионное охлаждение, или эти жужжащие просто кулеры. Короче, это, друзья, все в прошлом. Вот будущее. И это вот такие радиомайнинги. Сейчас много очень всяких разных проектов. Deep Network. Все, друзья, буду вас с этим знакомить. Поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки, друзья, чтобы это стимулировало меня дальше записывать видео и знакомить вас с новыми интересными проектами, которые в будущем принесут много иксов. Поехали дальше. Моя горячая точка. Мой бобкатик. Что такое бобкатик, друзья? Это вот такой вот майнер, который вы сейчас видите на своих экранах. Все эти ссылочки будут в описании. Вы сможете перейти по всех ссылках. Ссылку на свой хотспот тоже оставлю, чтобы вы смогли более детально посмотреть. Вот. Топовый майнер бобкат. Так же, как я вам показывал, где я показывал. Ну, здесь, да, где производители майнеров. Вот. Идет очень долго, очень большие очереди. 7 месяцев я ждал свой бобкат, наконец-то он пришел. Вот. И супер, я полностью рад. Вот такая маленькая коробочка, она где-то вот таких вот, друзья, размеров. Небольшая, не знаю, как 4 пачки сигарет, если в кучу сложить.
Вот, антенна на 4 dBi и шнур, метровый шнур у нее, у этой антенны, работает по Wi-Fi, очень удобно. Сейчас эта вся конструкция находится у меня на балконе, антенну я вынес так, чтобы она охватывала как можно больше вокруг себя пространства, где-то 240 градусов у меня антенна охватывает. Вот, с балкона, поэтому такие и показатели. В среднем 10, 13, даже было 15 хотспотов я вижу, друзья. И как вы видите, из-за того, что антенны, как работают антенны? Антенны тоже работают специфически. Чем мощнее антенну вы берете, тем дальше вы должны находиться от большого города. Вот смотрите, это Катовице, город в Польше, я сейчас живу уже год с семьей в Польше, переехали на ПМЖ. И здесь вот в Катовицах очень сильно развит уже хелиум, да, как вы видите. И если, допустим, сейчас быстренько открою антенны. Антенна хелиумайнер, хелиум. Сейчас картиночки. Ой-ой-ой, не карты, не карты. Картинки. Сори, неправильно написал. Вот так. Как работают антенны? Где-то я находил картинку. Хелиумайнер. Можно так написать. Где-то я находил картинку для того, чтобы вам более детально объяснить, почему. А, вот. Почему, друзья, вот смотрите, на 9 dBi антенна дает дальний сигнал, но очень узкий. То есть, что значит дальний сигнал? То есть, если бы вы находились в этой точке, где-то за городом, и вам надо было бы добить до этих хотспотов в городе, то тогда стоит покупать такую антенну на 9 dBi. Но если вы находитесь, допустим, так как я вот в пригороде, да, то вполне достаточно антенны на 4 dBi. Смотрите, куда она добивает. Она в соседние города бьет на 15 километров, друзья. Поэтому не надо покупать мощные антенны, если вы находитесь в городе, да, в черте города и окружены уже хотспотами. Вам наоборот, вам нужна антенка на 5 dBi, не больше. А лучше вообще попробовать со стандартной такой, как продается вот сразу с бобкатом, да, там на 4 dBi антенна, да. То есть, ну, не надо. У меня вот 4 dBi стандартная антенна, смотрите, покрывает и рядом ловит хотспоты, и далеко ловит хотспоты, и очень далеко ловит хотспоты. То есть нету никакого смысла в большой антенне, если вы живете в черте города и вокруг вас уже есть майнеры другие. Вот. То есть это что касается антенн. Что касается заработка. 0,93, друзья, уже сейчас это то, что показывает по сайту, но я смотрел уже в приложении перед тем, как начинать записывать, у меня уже 1,1 хелиум намайнила, да, то есть одну целую монету и одну десятую монеты намайнила. Вот это за 5 дней, друзья. То есть если даже при цене там в 15-16 долларов, это будет там 60 долларов в месяц, мой майнер отобьется за 10 месяцев. То есть 600 долларов я отобью за 10 месяцев, а дальше, друзья, будет идти чистый выхлоп. Но опять же, я знаю и верю, что Helium это очень перспективный проект, и он даст еще свои иксы. Я думаю, что цена Helium будет расти очень сильно и высоко, до 600 долларов, до 1000 долларов, да, потому что это будущее. Я Helium продавать не буду, я их буду держать. И там пока не увижу цену там 400-500 долларов,
потом посмотрю, сколько я этих хелиумов имею и решу, приму решение продать или дальше холдить. Вообще, моя стратегия заключается в следующем. Держать хелиумы 5 лет или продать их там по цене 500-600 долларов. Вот. По ниже цене продавать не буду. Буду просто майнить. Электричество минимально хавает, там 20 ватт, может даже здесь где-то пишет. О, каких 20 ватт? 5 ватт. Bobcat майнер хавает 5 ватт, друзья. 5 ватт. 0,12 киловатт-час. То есть вы понимаете, 5 ватт потребления, друзья, это вообще ничего. Это... А цены, сеть растет, сеть большая, всемирная, цена адекватная, на старте стартанул он тоже с адекватной цены, а не с каких-то там тысячных, да, доллара. То есть на старте у него цена стартанула от 12 долларов, пошла вверх до 25, потом немножко колебалась, потом был памп, как обычно это с криптовалютами, потом было падение, но в среднем его цена за весь период будет где-то в районе 25 долларов. То есть адекватная цена при развитии проекта, много обновлений разных были, которые тоже повлияли на падение цены хелиума, потому что много правил изменялось, людям это не нравилось, люди начинали сливать, потому что вначале майнилось больше, вначале в месяц, то есть полгода назад за месяц можно было заработать около 300 долларов, столько хелиума насыпало. Сейчас это около 100 долларов, да, то есть за полгода в три раза снизились уже с обновлениями, пофиксили баги, пофиксили читеров, которые, то есть в одном доме, в одной квартире устанавливали там несколько десятков хотспотов, а подменой геолокации на телефоне указывали, что они находятся там где-то непонятно где, да, то есть какими-то перепрошивками этих майнеров. Тоже сейчас это все пофиксили, после прохода всех фиксов заработки у людей спали после этих всех обновлений. Вот, немножечко подрезали, конечно, прибыльность этого всего дела. Вот, но, тем не менее, прибыльность хорошая, я не так надеюсь на прибыльность, как на рост цены. То есть, если мне в месяц будет давать 4-5 хелиумов, а цена там за 5 лет прыгнет до 500-600 долларов, да, там, или до 1000, то понимаете, о чем речь идет. А я за 5 лет там намайню этих хелиумов, не знаю, там тоже, там, в месяц по 5, за год это будет 60, да, ну и цена там в 500, быстренько калькулируем, там, я хочу продать его по 500, нет, не так, 60 в год умножить на 5 лет и там умножить, допустим, на 500. То есть 150 тысяч долларов, если через 5 лет я получу 150 тысяч долларов за хелиум майнер, который хавает 5 ватт, друзья, это будет просто супер. Вот, проект очень крутой. Это на сегодняшний день это самая большая в мире беспроводная сеть, поэтому все перспективы у этого проекта стать еще больше, еще круче, еще дороже, очень большие. На Market Cap давайте посмотрим. Helium Price, CoinMarketCap. Посмотрим на его капитализацию. Рыночная капитализация уже почти 2 миллиарда, да, а общая капитализация 3,5 миллиарда. То есть вы понимаете, что это уже за машина, друзья. Это машина уже хорошего уровня. То есть и будет только расти, расти и расти. Цена на этот коин. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их, друзья, в комментарии. На все комментарии отвечаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Есть еще проекты, в которых я участвую. Для того, чтобы не пропустить эти видео, я буду с вами делиться своими уже наработками. Я делаю видео, не штампую видео каждый день, как многие это делают. Только делюсь тем, что попробовал на своей шкуре. То, что реально работает, то, что можно вывести.
посмотрите несколько предыдущих видео, там тоже есть хорошие проекты, даже без майнеров сейчас можно зарабатывать на таких проектах, как CryptoTab. Откройте мой канал, не поленитесь, посмотрите несколько видео уже до этого. Следующее видео, друзья, будет о VerusCoin. VerusCoin — это мобильный майнинг. Тоже очень, друзья, даже себе неплохая штука. На CoinGecko у него цена 86 центов. 33 коина я с 10 телефонов намайнил за месяц. Это получается 28 баксов за месяц с 10 телефонов, друзья. Но это уже в следующем видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пишите, понравился ли вам такой формат. Друг сбоку я его буду называть. Вот. Если не понравился, то буду писать в старом формате. Буду писать, снимая с экрана. Но мне кажется, что в этом тоже нету смысла. Телефон хороший, запись должна быть хорошая, звук должен быть хороший. Вот. Все ссылки оставлю в описании, друзья. Поэтому вы себе походите по этим ссылочкам, сами посмотрите. Зайдете себе на сайт Хелиума официальный, посмотрите, пробежитесь по всем производителям, посмотрите, который вам больше нравится. Может быть у кого-то уже меньше сроки, не полгода, да, на высылку. С того, что помню, появился Black Panther, как-то так он называется, и у них там вроде 2 или 3 месяца. Но я не помню, от кого это, от Бобката или не от Бобката. Короче, появилась какой-то новый майнер, свежий, как-то Black Panther он называется. Ладно, давайте еще вместе с вами посмотрим. Helium Miner Black Panther. Как-то так. Helium Miner Panther 2. Да, Panther 2. Panther X. Panther Global. Да, вот. Вот этот производитель Panther X. Ну, не знаю, друзья, где здесь делать заказ, посмотрите, пороетесь, но с того, что я смотрел последние ролики американских блогеров, высылает вроде как за 2 месяца, то есть за 2 или за 3 месяца, это уже не полгода, ждать, и вроде бы как производитель этого Panther X, это Bobcat, на английском, home product. Buy now. Давайте быстренько посмотрим. Да, европейская версия. И вот смотрите, еще и скидка пошла. То есть уже не $600, а $500 он стоит. Но с растаможкой будет где-то около 600-650. А где-то что-то пишут нам о высылке. Current partner. Короче, не буду затягивать видео, друзья, походите, посмотрите, полазите и посмотрите, через сколько они высылают майнер. Что-то здесь. Сроки у всех производителей пишут, когда вы делаете заказ, пишут сроки, через сколько они высылают. Все, друзья, еще раз всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео поговорим о VerusCoin. Это вам такой спойлерок. Уже у меня ферма с 10 телефонов собрана. Вот на Лукпуле вам покажу. Из 10 телефонов, и она будет расти. Хочу я это сделать на иммерсионном охлаждении, потому что каждый телефончик очень ценный,
потому что после перегрева процессора начинается тротлинг, и все это буду показывать. Так, ладно, для затравочки покажу вам, что я уже экспериментирую. А экспериментирую я уже в иммерсионную жидкость. Уже в иммерсионную жидкость опустил телефончик, и уже он здесь больше недели, друзья, плавает. Вот. Больше недели плавает, показывает хорошую производительность. Тротлинг у телефона пропал. Тротлинга нету. Поэтому в следующем видео уже об этом, обо всем поговорим. Не знаю, может быть, к этому времени уже будет собрана иммерсионная ванна для этих телефонов. Может быть, нет. Может, вступительную часть сделаю, а потом уже сделаю, когда они будут в иммерсионке. Сразу, может быть, так и сделаю. Двумя видео сравним, друзья, показатели. Потому что сейчас 10 телефонов выдают около 30 МГц. Да, давайте обновлю. Посмотреть точно. 30-36. Постоянно скачет, как вы видите, как у Рапториума. У него такой рваный график. Нету стабильного графика. То больше, то меньше. Все зависит от нагрузки на телефоны и какой блок он получается, развязывает. Все, друзья. Про вирус в следующем видео, поэтому подписочка, лайк, все как надо. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат. Все, пока-пока, до скорых встреч.